Приветствую вас на моем канале, меня зовут Джесси Птикай. Добро пожаловать в 5 ночей с Фредди. Эти игрушки живые? Это очень нехорошо, это очень нехорошо. Эти засранцы исчезли. Куда они делись? У меня плохое предчувствие. У меня очень плохое предчувствие. Плохое предчувствие. В жопу праздники, я не хочу праздновать. Блина! Нет, ты не должен! Ты не должен, блин, это делать! Смотри в камеры, закрывай двери, смотри в камеры! Да заткнись ты! Спасибо! В жопу тебя, я царь, я могу выключить тебя! Ты ничто против моего пальца! Нет! Утка, сюда входить нельзя! Ты серьезно? Это больше не работает? Драть мои бока! Ты серьезно прямо сейчас? Что за черт? Окей, левой, правой. Будем говорить по-другому. Я просрал. Пожалуйста, не хочу срать на этот раз. Стой на месте, ничего не делай. Пожалуйста, все будет хорошо. Все будет хорошо. Давай. О, да! Фредди пошел нахер! Выкуси, сраный медведь! Они засунули меня в костюм! Jesus! Чё? Эй, чувак! Могу я просто уйти? О, придурки! Вы уже двигаетесь? Так дело не пойдет. О, Фредди на подходе. Вот он. Рад видеть тебя, придурок. Я был вкусный, я был свежий. Наисвежайший. Эй, кто здесь? Пшли вон отсюда! Оу, блин. Классный кексик. Мои руки трясутся. Они трясутся. Мои руки трясутся, но я еще тут. А где Чика? О, Чика. Эй, бро. Хочешь кексик? Нет, не хочу! Ты плохая, Чика! Уходи отсюда! Не буду! Брысь! И где сейчас наша пицца?
А, Фредди! Уходи, не хочу тебя видеть! А, хорошо, я просто подожду, и так нормально. Right when I fucking said it! Вот же ж, блин! Эй, заткнись, телефон! Оу-оу-оу! Чика! А, чика-чика-чу? О, я посвечу фонариком! Ты хочешь посветить? Хо-хо! That'd be kinky, right? Оу! Придурок, ты кто такой? Ты плохой? Эй! А-а-а! Это полнейшее дерьмо! Что смешного? Эй, ну-ка уходи! Не работает, черт возьми! Давай, 6 часов! 6 часов! О, нет! 6 часов! 6 часов! А-ха-ха-ха! Да! Оу, е! Уау! Наконец, 6 часов! Оу, е, оу, е! Оу! Офигенный Фредди! Воу! О, да! Первая ночь на работе будет для меня чертовской халявой, чувак. Алло? 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 У меня есть сообщение для тебя. Все-таки для тебя это первая ночь. Что? Так что думаю, мне не нужна нянька, чувак. Заткнись. Чувак, этот планшет - гребаный кусок дерьма. С него даже не зайти на YouTube. Оу, почему выключился свет? Вот дерьмо. Придется поработать. Что-то с генератором. Что ж, а вот и генератор. О, теперь понятно, в чем проблема. Ха-ха, проблема решена. Ха, что бы они делали без меня? Цыпленок хочет поиграть. Пожалуйста. Скука-тища. Вверх, вниз, вверх, вниз. Ох, чем же здесь можно заняться? И тить колотить. Время пиццы. Постой-ка, ну это же моя пицца. А вот и нет. Потрясная пицца. Время умирать. Эй, ау. Мы просто хотели поиграть. Это я. Никто не смеет трогать мою пиццу. В коем-то веке я решил поиграть в игры. Да и не в простые, а в очень, сука, интересные. Почему же мне совсем не весело? Почему меня никто не пугает? О, боже мой, это опять он! Второй раз я этого не перенесу! Я туда больше не пойду. Помните, что было в прошлый раз. Эй, как тебя там зовут? Еще раз так быстро на меня побежишь, тебе второй глаз вырву! Ребята, это наша работа. Кто-то должен туда пойти. О, Чиро, кидай монетку. Вот сейчас я выйду и надеру кому-нибудь задницы. Раз, два, три. Штаны от страху не протри. Но у нас же нет штанов. Yeah!
А почему бы... Фред, почему ты не пойдешь пугать этого деспота? Ты же самый старший в нашей компании. Так я и собирался туда идти. Сейчас только посмотрю, где он находится. Утром схожу, наверное. Странно, почему здесь так темно? Боже мой, чтобы я еще раз начал играть в эти... Мой мизинчик, мой счастливый мизинчик! А если я вас найду, я оторву вам руки! А если постараетесь убежать, я вам и ноги оторву к чертям собачьим! Почему здесь стало так тихо? Это не к добру! О, а ты вообще откуда здесь взялась? Эй, вы там! Если откроете дверь сами, обещаю подарить вам коробку! Коробку чего? Пиздюлей, если не откроете! Ну ладно! Твою мать! Моя спина! Он мертв? Ха-ха! Ура! Мы его убили! Сладенькие мои, пустите меня, я поиграю с вашими помидоринками. У меня язык такой шуршавый, сразу кончите радостью. Братцы, я думаю, вам не надо объяснять, в какую жесть мы попали. Да уж, с этой фигней надо что-то делать. А то того и гляди, мы все тут голубыми станем, как эти зайцы. Блин, Бонни ведь тоже заяц. Ты на что это такое намекаешь, приятель? На что намекаю? Да ты посмотри на этого бомбома. Он синий! Дорогие мои, да, идите ко мне, я научу вас быть голубым зайчиком! Ё-моё, он вправду синий! Он синий и... И Бонни тоже синий! Эй-эй-эй, мужики, вы чего? Вы чего? Вы чё хотите? Вы чё вообще? Чё вы на меня бочку катите?
Да кто тебя знает? Вдруг ты, как и твой братик, начнешь нас тут пидовать голубизной? Или морговка избивать начнешь? Вдруг она у тебя всегда с тобой под хвостом? Я нервный. Успокойтесь, пацаны, это же я, ваш зайчонок Бонни. Вам нечего опасаться. Фредди? Что? Я чувствую какой-то странный запах. Мне кажется, это запах голубизны и предательства, который исходит от этого Бонни. Да ты опух. Фокси, ну, на самом деле, это я просто пернул. А, фух, а то я уж испугался. То-то я и думаю, аромат уж больно знакомый. Эй, перни еще разок. Может быть, этот сраный голубой заяц от нас отстанет. Слышь ты, наркоман, какой тебе сраный голубой заяц? Мы с тобой тут 5 минут в этой комнате, ты чё, меня уже забыл? Не подходи так близко, не подходи, ты опасен, это всё происки демонов. Мои друзья идиоты. Неужели вы не понимаете, это всё происки этого вонючего синего бомбома, он хочет нас поссорить? Хватит ругаться, золотые мои дождички, лучше впустите меня. У меня под бровями очень много смазки, вы сможете обмазать свои тела и целовать друг друга. Ну всё, это финиш, я хочу сам устраниться, кто-нибудь суицидните меня. Фредди, будь добр, напомни мне пункт нашего контракта по трудоустройству. Если на работе к тебе пытается пристать голубой заяц, можно ли самоуволиться? Ребятки, вы про контракт, что ли? Ну, та бумажка с надписью «контракт». Ну, конечно, мы про контракт, Фокси. В чем дело? Ну, я типа... Ну, как сказать, я... Я подтерся им. Что ты, блядь, сделал? Это долгая история, мы с Эндо были в туалете, и он такой, типа, ты не умеешь? Я говорю, я умею, и он говорит, никто не подотрется, кроме меня, я такой взял и принес бумагу, и это единственное, что я нашел, и в общем, это плохо. И давно ты это сделал? Ну, около 10 000 дней назад, а что? Это что ж, мы, получается, все это время за халяву работаем? Я никогда от вас не уйду, всегда буду вместе с вами. Может быть, засуну что-нибудь в вас? Кстати, у вас есть языки, я бы их пососала. Так, все, пацаны, пора отвлечься, иначе я запихну что-нибудь в Бонни. Прости, что? Это ничего, ничего, я уже схожу с ума в этих стенах. Я ведь не выдерживаю закрытое пространство. Я ведь не какая-нибудь кукла, которая по ночам стоит в закрытых пространствах. Да нет, нет, конечно же нет. Как ты мог о таком подумать? Ёханый рот. Он хотел пропихнуть в меня. О бог ты мой, о мой бог. Доброе утречко, леди, с вами Джексептика, и добро пожаловать в 5 на час Фредди 3. Эй, рад, что ты вернулся для еще одной ночки. Эй, бро! Я обещаю, ты будешь видеть сумасшедшие вещи, чувак. Продолжай сохранять уровень воздуха. Просто продолжай в том же духе, бро. Что здесь, мать твою, происходит? В этот раз все выглядит как в страшном доме с привидениями. Мне кажется, я пока не видел ни одного аниматроника. Что это нахрен такое? Что происходит? Ошибка звука. Оу, звука. Аудиосистемы. О боже, да заткнись. О черт, там что-то есть. Оттуда на меня что-то смотрит. И все называют его Спрингтрап. Куда он делся? Спрингтрап? О, чувак, куда он делся? О, видео ошибка. Что? О, он прямо здесь. О, не смотри на меня. Прямо как тиранозавр. Не будь... Я не знаю, зачем я делаю это? Что я вообще делаю? Не будь позади, не будь позади, не будь позади, не будь позади. Ох, да ладно, дай мне выйти. Оу, привет. Черт, блин, я не хочу двигаться. Я не хочу двигаться, я не хочу двигаться. Да! Ого, да, я видел, но не двигался. Получилось? Что? Да погоди... Кто там ржет? Я не знаю, кто знает. Это гребаная история в этой игре повсюду. Да что, черт возьми, происходит? И почему я в доме? Я слышал что-то на кухне. Мне кажется, это Чика на кухне. С Дайной готовит пирог. Что за хрень? Не ты будешь это делать, сука! Возвращайся в пиратскую бухту, где тебе и место. Ты, милый маленький плюшевый ублюдок. Там что-то есть. Уйди, пожалуйста, мне это не нравится. Я слышал шаги. Мне конец?
Видите? Каждый смеется надо мной, потому что я запираюсь, когда иду записывать. Я не хочу, чтобы Фредди подошел ко мне сзади. Ты слышал меня, Фредди? Ну, походу, он по-любому ждет меня снаружи, когда я открою дверь. Я никогда не выйду! Иисусе! Доброе утречко вам, леди! Меня зовут Джексептика, и добро пожаловать в 5 на 6, Фредди! Пожалуйста, видите свое имя, как указано над клавиатурой. Могу я просто написать Джек? Я догадываюсь, что ты пытался написать, и я веду это вместо тебя. Добро пожаловать, яйца Бенедикт. Что? В отличие от большинства развлекательных центров, наши роботизированные аниматоры сдаются в частное пользование на день. Включи свет и проверь, на месте ли Балора. Там никого. О-оу. Нажми теперь красную кнопку для управления током. Зачем мне это делать? Окей. Электричество вперед! А, чувак, я не могу просто делать это вечно. Да ладно. О, она там.
Отлично. Давай посмотрим, чем занят Фокси. На электрический стул их! Давай мотивируем Фокси электричеством. Сдохни, сука! Пока-пока! Давай быстрее. Датчики движения. Вентилятор в цирковую галерею. Эллен Маклейн? Это ее голос для Глэдос. Думаю, это в любом случае просто похожий голос, но звучит так, как будто это он. Вентилятор в цирковую галерею. Теперь я не сосредоточен. Все, о чем я могу думать, портал и Тихоокеанский рубеж. Вот так-то. Теперь я прохожу через вентиляцию. С другой стороны стекла зал цирковой малышки. Не бей меня током, бро! О, блин. О, нет! Тебе придется перезагрузить систему питания вручную. Какого хрена? Пожалуйста, вернись к модулю ручного управления. Вот это уже просто песос полнейший. Вентиляция в цирковую галерею. Спасибо, Глэдос. Тебе придется проползти через галерею Балора, используя ход слева от тебя. О, не вижу ни черта, капитан. Окей, не выскакивай перед моим лицом. Не люблю выпрыгивающих скримеров. О, нет! Она прошла передо мной как грёбаный Тирекс! Насколько большое это место? О боже, вперед, вперед, вперед! Я вижу тебя там. Ты видишь херню? О, он движется! Отойди, спасибо. Нет! Иди спать! Слушай, Харли Куин. Что происходит? Пожалуйста, осторожно вернись обратно через галерею Балоры. Нет, 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 нет! Да! Пожалуйста, избегай входа через непредназначенный... Да ладно, просто дай мне покончить с этим. Не чувствую себя готовым к этому, прости. Насколько я знаю, лисы кусаются. Прекрасно, давайте, блин, сделаем это. Вентиляционный ход разрешен. Заткнись, Глэдос! О, черт. О, нет, отвали! Отвали, отвали! Фу, брысь, уходи! Я слышал что-то. Что? Это и есть та кнопка? Звучит хреново. О, не! Да ладно! Мы играем в портал! Что за хрень? О, это ты.